Хелене ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Чербатую пусть... В общем-то, может. Половодья только не хватает. Даже боги плачут над нашей судьбой. Нельзя нам терять надежды. Давай. Шевелись, плотва. Ты что такой смуглый? Шевелись. Что, неплохая работа, моя служба. Пошла. Не торопись! Ведьмак, страйсер ведьмак. Недалеко от подвеса, в чуродах эльфских погост. Что случилось? А вот погляди. А я... Что с ним случилось? Когда мы с ним... А вот... Я мог бы занять. Ты... Ну да мне... Дом находится к востоку. Ты-то на что будь? Мне хватит их. Но я знаю... Должно быть, об этой усадьбе старушка и говорила. Растяжка.
Чудище ловушек не ставит. Кто-то здесь есть. Вот и все дела. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Так, с этим разобрались. 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 Какое-то движение. Сейчас зевать не стоит. Звук откуда-то оттуда. Близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки. Так, с этим разобрались. Растяжка. Что-то тут не так. Вот и все дела. Растяжка. Вот и все дела. Так, с этим разобрались. Так, с этим разобрались. Так, с этим разобрались. Чердак. Как бы туда подняться? Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Да.
Браво, Геральт. Ты обошел все мои ловушки. Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для Императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня-то можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Хорошая мысль затаиться там, где полно чудовищ. Благодаря этому случайные люди здесь не вертятся. А к приходу неслучайных я приготовился. Убийцы? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муильны я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Что-то расслабился, дал заманить себя в ловушку. Все ловушки, которые здесь есть, я расставил сам. Надо от них избавиться. Ты идешь? Веди. У нас есть план? Будем импровизировать. Идиоты. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он им все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Надо полагать, Людвиг этот не лучший твой друг. Держись поближе! Знаешь, как бывает в нашей профессии? Потрепанный дневник. Да, дневник, писатель. Может, здесь есть что-нибудь интересное? Давай, плотва! Но! Шевелись, плотва!
Придержи. Этот громадный со шрамом на лбу. Еще один седой. Людвиг будет недоволен. Лето, здравствуй. Рад видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же, мы в конце концов старые товарищи. А этот вот кто? Новый товарищ, который знает, что ты предатель. Эй, думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и 5 минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Внимание, господа! Это ведьмаки! Ведьмаки не нападают! Для вас мы сделаем исключение. Не стой! Лежи спокойно, не то истечешь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Они к северу отсюда. В Залипье. Вот интересно, сколько стоит жизнь старого товарища? Последнее время у нас скверно шли дела. И мы попались под руку черным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам понимаешь, таким как он не отказывают. Понимаю. Эй! А мое лекарство? Видишь ли, Людвиг, таких, как я, не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. Арно Вестер – нильфгаардское имя. Родом он, кажется, из Метины, но убивал повсюду, от Дальнего Юга до Драконьих Гор. Я о нем не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппа Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал им зубы один за другим. А потом разрезал рот от уха до уха. Так у нильфгаардских уголовников наказывают за долги. Выходит, он сделал завидную карьеру. Из преступников на службу к императору. Да, ворон ворону глаз не выклюет. Смотри в оба. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Лоб у ней, как печка горячая. Бреть. Красивые кони. Они, должно быть, стоят больше, чем вся эта деревня. Что в этом сарае? Сено. У вас гости?
Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши. Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать! Лето из Гулет. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. И я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем! Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем, но одно неверное движение и... И что? Кончишь, как он. Ну, что скажешь? Что я скажу? Я скажу, что вам конец. Ох, гнусный же ты... Замгрибарский яд. Что-то не так. Еще тут. Если бы не я, тебе отрезали бы голову. Ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Ты как? Ты, конечно, в сознании, но зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть? В сидельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Локмуинна. Их было много.
Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил арбалетчика. Остальное ты знаешь. А что, Людвиг, он тоже был частью плана? Нет, это неожиданное осложнение. Его предательство дало мне пищу для размышлений. Но я должен был рискнуть. Если бы ты не вырезал всех свидетелей, весть о том, что Лет из Гулеты мертв, разлетелась бы по всему континенту. Мог бы меня посвятить в свой гениальный план. Я ж сказал, не влезай. План мой похерился, значит, придется залечь на дно. Ты мог бы переждать в Каэр Морхене. С твоими друзьями из Школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания. Детишек вчера по грибы послала. В лес! Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы низко была пора. А что труп его под березкой закопали, так это не моя вина. Что ж, нарывай. Кажись, у меня чесотка. А вот и ты. Что с моим домом? Там уже безопасно. Благодарю. Это место столько значит для меня. А ты, случайно, не находил шкатулки с моими сбережениями? Нет. Может, ее украли? Может быть. Столько лет прошло. Но ты поищи. Я так и сделаю. Мне пора. Да хранят тебя.
приказали пещеры обыскать. Значит, мы ищем. Какие-то проблемы? Одна сук... Ну, а тебе-то? Я решение твоих проблем. Меня прислал Родовит. А, так мы тебя ждали. Не вижу особой радости. А чего ты хотел? Мы сделали половину дела, а... Говорят, вы не мог... До вчерашнего дня. Вроде ничего особенного. Прекрасно. Позволь, я это заберу. На. Что там внутри? Да... Видишь? Там еще... Пошло туда больше... Думаешь, Филипп... Мы не знаем. С чего такая уви... Мы охотимся за ней сло... Атака на прив... Ну, посмотрим, где... Не думай, что... Как думаешь, найдет он что-нибудь? Этот рубака, да не в жизнь. Он ведьмак. Ведьмак или нет, берегись, ублюдок. Зачем ты молитву дочитаешь? Грудь раздавлена, ребра, наверное, проткнули легкие. О, местами мясо обуглилось до костей. Где-то должен быть механизм, отпирающий дверь. Не хватает одной плитки. Отличное убежище для совы. Здесь не развернешься. Следовало ожидать. Пока не поранился. Постой! Ты ж тот ведьмак! Это ж тебя король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ!
Но я покрепче буду. И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно, и Родовит это оценит. Он возвысит меня, а может и медаль даст. Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди. И что по-твоему? О, там проеду. Ладно, давай выведем. Я уже сказал. А кроме того, я выломал элемент питания у телеп... Никто за нами не придет. Там же чудовище. А если не сможет? Будь послушным охотником, отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Бери. Любовные письма. Интересно. Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстры. И еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птиц, она превращалась сама. Ну, попробуем. Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птиц, она превращалась сама. Еще один неработающий портал. Элемента питания нет. Может, натером приглянулся. О, туннель. Куда он ведет? Элемент питания. Стражи.
конечно, как здесь знали. Ну что, паскуда? Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птица, она превращалась сама. Кровать, стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. А это что? Понесое семя, береста. Это сильные обеззараживающие. Мегаскоп. Оплавился. Весь в копоти. Может, какие-то кристаллы уцелели? Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный.
и ушел. Ты жив? Нашел что-нибудь? Пыль, грязь и кристалл мегаскопа. Понятия не имею, что это. Но может, что важное? Давай сюда твой кристалл. Мы доставим его королю. Не забывай, с кем говоришь. Приказывать своим людям будешь. Ну, как хочешь. Схватить его! Его Величество Родовид – король строгий, но справедливый. От рома и ужина не отказывают. Крутой выискался. Я за вами сейчас приглядываю. Сейчас я тебе твою паршивую надо же. Так. Кардуин из Лан-Эксетера, глава капитула чародеев. Или точнее, капитула чародеев, которых еще не сожгли? Чего ты хочешь? Я так понимаю, капитул цветет и пахнет, а для чародеев настали золотые времена? Для чародеев настали трудные времена. Если они склонят... Легко быть героем и погибнуть дурацкость. Родовид доволен охотой на ведьм? Нет, и не будет доволен, пока... Твой король так... Того, что он оде... Прощай. Не путайся, мутант. Вот прознаю про тебя. Это корабль его короля. Я хочу увидеть... Раз так, иди за... Ведьмак. Есть успехи. Ты нашел Эйхард? Ее не было там, где сказали твои люди, но я нашел следы медицинских экспериментов. О, это уже что-то. Думаю, Филиппа пыталась вернуть зрение. Неужели? Пустые глазницы идут ей куда больше. У тебя есть доказательства? Есть этот кристалл. Будь мне нужен блестящий камешек, я бы обратился к ювелиру. Ты должен был доставить мне Эйхард. Это кристалл мегаскопа. Чародеи, которых ты держишь в темнице, смогут из него что-нибудь извлечь. Ну, хоть какая-то будет от них польза. Не того я ожидал, но... Ладно, ты заработал свои деньги. А теперь извини, мне пора вернуться к делам. Thank you.
говорят, какой-то убийца рыщет. Что? Нарываешь? Не крутись тут. Тебе чего? Раны святого, любимый. Геральт из Риви. Знакомое лицо. Морец Диффентель, так? Приятель Трис, у которого не было никаких причин бежать из Новиграда. Он самый. Только слегка поджаренный. Спасибо тебе. Ведьмак, я был неправ, прости. Дам тебе совет. Найди Трис. И это... Может, хромой утенок согласится тебе помочь? Ворон ворону глаз не выклюет, но в городе говорят, что тесак. Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград ни войти, ни выйти. Зачем вы закрыли город? Чтобы его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то как началась война, все сползлись в Новиград. Переловим их всех до единого. И спалим на одном костре, как скотину с ящером. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвование в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти. Вот его документы. Что? А откуда? Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. За нее же укусил.